Здравствуйте, мои гости и подписчики! Самая популярная пятка в последнее время – пятка Strong. Буду ее вязать вот с такой пряжи. Это носочная пряжа. Связала верхнюю часть носка. Перехожу к вязанию пятки. На каждой спице у меня по 16 петель. Пятку буду вязать на первой и второй спице. На первой спице провязываю 15 петель. Перед 16-й ставлю маркер. Провязываю 16-ю петлю. Перехожу вязать на вторую спицу. Провязываю одну петлю. Ставлю маркер и вяжу 15 петель до конца второй спицы. Можно соединить петли с первой и второй спицы и вязать на одной, но мне удобнее вязать на двух. По центру пятки две петли. Если не чётное количество, то в середине пятки должно быть либо одна петля, либо три. Продолжаю вязать по кругу. Начало ряда обозначила маркером. Это начало первой спицы. Буду делать прибавки. Таким образом буду формировать пятку в виде клина. Прибавки буду делать через ряд в каждом втором ряду. На первой спице вяжу до маркера 15 лицевых петель. Маркер перебрасываю на правую спицу. Делаю прибавку. Протяжку поднимаю на левую спицу. И эту протяжку провязываю за заднюю стенку скрещенной лицевой петлей. Далее провязываю одну центральную петлю после маркера, которая была. Перехожу вязать петли на второй спице. Первую центральную петлю провязываю лицевой. Перед маркером поднимаю протяжку, одеваю на левую спицу и провязываю ее за заднюю стенку скрещенной лицевой петлей. Маркер перебрасываю на правую спицу и вяжу 15 лицевых петель. Вот такое начало моей пяточки. Далее вяжу по кругу.
довязала круговой ряд. Следующий ряд буду вязать без прибавок. На первой спице провязываю 15 петель до маркера. Маркер перебрасываю на правую спицу. Теперь у меня не одна центральная петля, а две, так как я сделала в прошлом ряду прибавку. Провязываю эти две петли. Перехожу на вторую спицу. Провязываю две центральные петли, одну, которая была, и вторая прибавочная. Маркер перебрасываю на правую спицу. После маркера вяжу 15 петель. Прибавки в этом ряду не делала. Так у меня через ряд прибавляется по 2 петли. Одна петля на первой спице и вторая на второй. Провязываю 16 петель на третьей спице. На четвертой спице также провязываю 16 петель. Пятка вяжется круговыми рядами. Провязала ряд без прибавок. Теперь вяжу ряд с прибавками. На первой спице провязываю 15 петель. 15 петель буду провязывать всегда. В начале первой спицы и в конце второй. Переснимаю маркер на правую спицу. С протяжки делаю петлю и одеваю ее на левую спицу. Потом провязываю ее за заднюю стенку. Вяжу следующие петли, которые на спице. На второй спице вначале провязываю 2 центральные петли. С протяжки одеваю петлю на левую спицу, провязываю ее за заднюю стенку, снимаю маркер, дальше вяжу 15 лицевых петель до конца спицы. Делаю отметки рядов, чтобы не сбиться. Прибавки буду делать через ряд до тех пор, пока петель на первой и второй спице станет в 2 раза больше, чем было в начале. Изначально было по 16 петель на каждой спице. В конце должно быть по 32 петли на каждой спице. Всего на 2 спицах будет 64 петли. Продолжаю вязание по кругу на третьей и четвертой спицах до конца ряда. Ряд без прибавок. Провязываю 15 петель на первой спице.
перебрасываю маркер. В центре уже 3 петли. Провязываю эти 3 петли. Перехожу на вторую спицу. Провязываю 3 центральные петли. Перебрасываю маркер. До конца спицы вяжу 15 петель. Дальше вяжу все петли на третьей и четвертой спице. Таким образом продолжаю вязать, пока не сделаю все прибавки. По центру пятки должно быть на первой и второй спице вместе 34 петли. Провязала последний ряд с прибавками. 17 петель плюс 17 будет 34 между маркерами. На боковой части первой спицы 15 петель, на второй тоже 15. Провязываю еще один ряд без прибавки. На первой спице вяжу 15 боковых петель. Шестнадцать петель пятки. И ставлю маркер перед 17 петлей. На второй спице провязываю одну петлю, отмечаю маркером вяжу 16 петель пятки. Так я выделила маркерами 2 центральные петли. С боковой части второй спицы вяжу 15 петель, как обычно. Получился вот такой клин. Продолжаю вязание по кругу. С прибавками закончила. Дальше буду делать убавки укороченными рядами. На первой спице провязываю все петли до маркера. Маркер перебрасываю на левую спицу. И одну петлю, которая осталась, провязываю также. Теперь будут в работе петли только на первой и второй спице.
Одну спицу откладываю в сторону. Провязываю одну лицевую петлю на второй спице. Маркер убираю. Следующие две петли надо развернуть. И провязать их вместе за заднюю стенку. Таким образом я сделала убавку. И после убавки провязываю еще одну лицевую петлю. Вязание поворачиваю и вяжу изнаночный ряд. Первую петлю снимаю. Вяжу 3 изнаночными петлями до маркера. Маркер убираю и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. И еще одну изнаночную. Убавки делаю в каждом ряду. Вязание повернула. Первую петлю сняла. Вяжу лицевыми до разрыва. До убавки в нижнем ряду. Последнюю петлю не провязываю. Первую петлю после разрыва развернула и вернула ее на левую спицу. Также перекинула последнюю петлю перед разрывом. Провязываю эти две петли за заднюю стенку вместе. Таким образом делаю убавку. Потом еще провязываю с левой спицы одну петлю лицевой. Повернула вязание. Вяжу изнаночный ряд. Первую петлю снимаю. Дальше изнаночными петлями до конца ряда, не довязывая одну петлю до разрыва. Провязала 2 вместе изнаночной и еще одну изнаночную петлю. Делаю убавки в каждом ряду, пока на первой и второй спице не останется по 16 петель. Все петли с боковых частей надо убрать. Я убрала все боковые петли. Должно быть 32 петли. У меня 34. Одну петлю справа надо провязать с последней петлей на четвертой спице. Последнюю петлю слева с последней петлей на третьей спице. На первой спице снимаю одну петлю и провязываю 16 петель. На второй провязываю 16 петель. Осталась 1/17. Я ее переодеваю на третью спицу и провязываю за заднюю стенку 2 петли вместе. Дальше вяжу по кругу.
Довязываю до последней петли, четвертой спицы. Последнюю петлю пока не провязываю. Переодеваю ее на первую спицу и провязываю вместе с первой петлей, которая на первой спице. Теперь на всех четырех спицах одинаковое количество петель. Начинаю новый ряд. На первой спице вяжу 16 петель. На второй вяжу 16 петель. 17-ю перекидываю на третью. Я ее по ошибке провязала на первую, поэтому перевожу ее на третью спицу. Дальше вяжу по кругу. Вот такая у меня получилась пятка. Вяжется она просто, без поднятия петель.